Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале С этой папа. Сегодня я вам покажу наш любимый семейный рецепт, который мы готовим как и друзьям, так и побаловать себя. Для этого нам понадобится курица 1,5 килограмма, мы взяли, гайбы 300 грамм, имбирь, паприка, черный перец, соль, мед, чеснок, лук и соевый соус. Для начала мы сделаем заправку для нашей курицы. Для этого нам понадобится соевый соус. Здесь у нас 6 ложек. Добавляем столовую ложку меда. Чуть больше, ничего страшного. Перемешиваем. Сейчас. Добавили. Теперь добавляем имбирь, 2 щепотки. Тоже не жалейте, ничего он не испортит. Немного перемешаем. Добавляем 4 зубчика чеснока, что мы добавили. Тщательно перемешиваем. Добавим немного паприки, также щепоточку. Перемешиваем. И сейчас будем заливать нашу курочку. Друзья, рецепт я опубликую на сайте CookPub. Большой сайт с большим количеством полезных и очень вкусных рецептов. Заливаем нашу курицу. Теперь нам нужно будет тщательно перемешать и поставить на 30 минут, чтобы наша курочка промариновалась. Пока наша курица настаивается, давайте займемся грибами. Грибы у нас шампиньоны. Разрезаем просто пополам. Все наши грибочки. Потом будем нарезать лук. Большую луковицу. Вот она такая. Не чернобыльская. Обычно большая луковица. Нарезаем ее. Лукоксиву и будем обжаривать с нашими грибочками. Грибы мы с вами нарезали. Нарезаем лук полукольцами и обжариваем сначала лук. Потом только добавляем грибы. Разрезаем. И нарезаем полукольцами. Борода наша нагрелась. Добавляем на нее лук. Обжариваем до золотистой корочки. Потом добавляем грибы и готовим до полной готовности. Не забудьте подсолить и немного поперчить. Все по своему вкусу. Грибочки наши готовы. Теперь курица замариновалась, и мы ее выкладываем в нашу емкость, в которой мы будем запекать. Выкладываем курочку. И готовить мы ее будем до полной готовности сразу. Блюдо безумно вкусное будет. Очень советую. Не пожалеете. Запах стоит просто обалденный. Чесночок, медок. Любишь медок, люби холодок. Выкладываем и отправляем в разогретую духовку до полной готовности. Все наше готово. Теперь наши грибочки распределяем на курицу. Выкладываем и будем готовить соус, которым мы все это дело зальем. Рецепт безумно вкусный. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Очень часто выходит новое видео, которое вам понравится. Так, грибочки мы распределили. Переходим к приготовлению соуса. Для соуса нам понадобится сыр, натертый на мелкой терке, одно яйцо сырое и йогурт. Йогурт не сладкий, обычный. Добавляем наше яичко в сыр. Перемешиваем. Будем добавлять йогурт. Йогурт мы добавляем
примерно 3 столовые ложки. Так. Добавим йогурт. Йогурт без добавок. Обычно не сладкий, ничего. Раз. Два. Три. Теперь все тщательно перемешиваем. И эту массу мы выкладываем на нашу курочку небольшим слоем. Мы распределили нашу заправку. Теперь отправляем в духовку на 5 минут разогретую, которую готовили курицу. И наше блюдо будет готово. Единственное но, подумайте, почему грибы отдельно обжаривали, можно было же запечь с курицей. Грибы мы обжарили отдельно, потому что грибы сохранят сок. Если делать в духовке, то они высушатся и не будут такие сочные. Отправляем наше блюдо в духовку. Наша курица готова. Очень много сока. Посмотрите. Не нужно делать никакие там подливы курицы, ничем не заморачиваться. Все очень вкусно, очень быстро, очень красиво. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ссылочка будет в описании. Всем до новых встреч. Всем пока.